подарочки. Мне попался вот такой вот классный крем для рук. Как раз сейчас руки так сохнут. Привет, друзья! Мои новые увлечения сегодня. Ко мне пришла посылочка, смотрите, и пришло вот такая вот пряжа интересная и два очень классных цвета. Это пряжа от Knit Picks, называется Swish Worsted Weight. И этот вообще, смотрите, неоновый желтый, а этот у нас идет Allspice. Такой вот какой-то корицы, цвет корицы, даже, ну, чуть светлее, да, чем корица. Вот, и эта пряжа здесь 110 ярдов на 50 грамм. И это у нас 100% супервош меринос. Вот, рекомендуемые спицы 4,5-5 миллиметров. Вот, и я очень рада, потому что я хотела давно связать шапочку из неонового цвета. И вообще я заказала две салатовые, две оранжевые, потому что я хотела связать две шапочки. А сейчас я думаю, может быть, связать одну шапочку салатовую с оранжевым отворотом, а другую оранжевую с салатовым отворотом. Либо же просто связать одну такую вот яркую неоновую, одну рыженькую. Но увидя эту пряжу, я, конечно, больше сейчас склоняюсь к тому, чтобы именно связать как бы два моточка на одну и два моточка на другую. И идея у меня такая — вязать шапочку от макушки четырьмя клиньями, то есть там 8 прибавочек будет через ряд, а резиночку связать, точно не помню, как она называется, эта резинка, но, по-моему, ее называют иногда французская резинка, то есть там, где идет один ряд лицевыми петлями, потом платочная вязка, потом один ряд изнаночными, снова платочная вязка и лицевая. То есть такая получается красивая резинка. Я ее использовала на свитерочках, которые я вязала из пуха норки. Вот, все, мне не терпится. Я, короче, буду, я думаю, на спицах 5 вязать само тело шапки, а резиночку на 4,5. Я думаю, что будет очень-очень классно. Пряжа такая мягкая, приятная. Мне кажется, она бы круто подошла тоже на свитера или, знаете, вот без рукавки вязать какие-то, классно. Мне нравится. Она не похожа на дропс меринос. Это чуть другой, другого типа. Скруточка идет. Похоже на больше, как пряжа в пасмах. Вот. И, да, приступлю, буду вязать. И мне вообще, я просто хотела попробовать эту пряжу от Knit Picks, вот этот вот меринос. Я на него давно смотрела, но никак не решалась заказать, потому что у меня всегда в голове мысль, ну, типа, если заказал пряжу, сразу на свитер. И тут я вспомнила, что многие же девочки заказывают пряжу на шапочку, чтобы попробовать. Так и я. Вот видите, молодец. Вот. Все, короче, побежала вязать и начну, конечно, вязать с этой салатовой. И хочу вязать от макушки, да. Все, подключусь, покажу вам, расскажу, сколько за час там я провязала и сколько времени у меня уйдет на вывязывание одной шапочки. Так, хочу показать вам, какая она прикольная получается. Я вязала от центра и использовала деревянные маленькие носочные спицы. И сейчас у меня достаточно петельчик, чтобы перейти на такие маленькие кругленькие спицы. Я еще не все прибавочки сделала. Буду вязать на 88 петель, по-моему. Вот. И, ну, как наберу, буду смотреть тоже размерчик. Вот. Но пряжа классная, мне нравится. Приятно с ней работать. И прикольный такой результат получается. Привет, друзья! Мое новое включение. После того, как я вам радостно показала кружочек шапочки, я поняла, что мне это не нравится, и что я, наверное, хочу вязать все-таки шапочку снизу вверх и вот этим вот прекрасным узором. Вот здесь у меня отворот будет, он будет подворачиваться вот в эту сторону. И, видите, здесь идет смещение рисуночка, поэтому шапочка будет ложиться очень хорошо. И вот здесь я вывязала один 50-граммовый моточек, но мне еще недостаточно длины. То есть, если бы шапочка была без подворота, то было бы достаточно. А так нужно будет еще, мне кажется, сантиметра два провязать и снова моточка, а потом уже можно будет закрывать. Вот. И получается красивенькая шапочка, я думаю, получится. Мне очень нравится вот этот салат. Он такой прям яркий-яркий, классный такой цвет. Вот, и
И после этого, наверное, я попробую вторую связать противоположно. То есть, на цвет оранжевый, а резиночка салатовая. Возможно, завтра этим и займусь. А сегодня нужно эту довязать, и потом вам покажу, как она на мне смотрится, и постираю. И вот, шапочка довязалась окончательно, до конца. Она такая плотненькая, прикольная получилась. Верхушку я вот так вот красиво закрыла. И сейчас я хочу ее постирать. Но я ее на всякий случай сфотографировала. И мне интересно посмотреть, как она изменится после стирки. Ну, то есть эта пряжа, она же супервош. И мне интересно, если она изменится, либо вот точно такая же останется. Интересно, если она растянется, будет ли она как тряпочка, или будет вот так вот форму держать, как она есть. Видите? Прикольная такая. Вот. Кончики я уже тоже спрятала. Вот. Пойду постираю. Ну что, девочки, хочу сказать, что полный ужас. Смотрите, это моя шапка. То есть я ее постирала, она вообще совершенно стала как сопля. Я не знаю, она супер мягкая, стала такая ворсистая более. И вот я ее так вот положила. Она, наверное, в два раза сейчас у меня длиннее, чем была. Поэтому, возможно, придется дождаться, чтобы она высохла. И, возможно, придется даже перевязывать, потому что это будет прям носок, а не шапка. То есть, ну, нормальная шапка вот до сюда должна быть. А здесь почти бини. Вот, конечно, если она не сядет, можно, конечно, вот здесь вот срезать и поднять петли и в другую сторону довязать, чтобы была просто двухсторонняя бини. Короче, да, посмотрим, я в шоке. Но хотя многие мериносы расползаются, высыхают и нормально. В общем, посмотрим. Просто такая, настолько в шоке была, что решила видео даже заснять кусочек. Ладно. Запишу вам свой готовый носочек один. У меня там малышка поет, но вы не обращайте внимания. Вот это у меня остался клубочек от этого носка. И я только что померила, он хорошо. Ну, вот это вот все уберется, да, после влажной обработки. Но получается, сидит хорошо. И даже на джинсы вот можно одевать наверх. Ну, просто я так хотела. Думала, может, знаете, чтобы из ботинок выглядывали. И на ноге это все дело выглядит очень красиво. Но не так смешно, как здесь на столе. А второй не осилила. Носочек не осилила второй. Вот у меня здесь получается сейчас сколько. Вот. Ну, не очень много. В общем, провязать еще немного. И закрыть. Ну, в общем, да. Но зато, смотрите, у меня уже одни спицы освободились. Еще вторые нужно освободить. И можно начинать другие носки вязать. И хочу поделиться с вами прогрессом по этому джемперу. Да, я его вязала. И хочу показать вам, вот, это то, что осталось от первого моточка. Я нашла второй моточек, и оказывается, у меня здесь по 100 грамм. То есть у меня всего лишь было 200 грамм. И я понимаю, что мне не хватит, поэтому уже Вера будет мне отправлять еще пряжу. Вот это я присоединила третий моточек. И когда я провязала 3 ромба, и я поняла, что это все-таки супер вош, и что до 3 ромба вот эта часть весила практически 300 грамм. Я поняла, что не будет на тело у меня идти 4 квадрата, а только 3. И здесь вот я уже разделила. Сейчас переверну. И пошла вязать, короче, вперед. Ну, и вперед, или спинку, не знаю, там. Вот, разделение для подмышек. И, короче, вяжу. Вот, задняя часть немножко присобрана. Но этот джемпер на вот столько уже... То есть в два раза сложено, уже, чем мой. Вот. И я еще после того, как шапочка так растянулась, то я думаю, что, возможно, этот джемпер тоже вырастет по длине у меня. Вот такой прогресс у меня по этому джемперу. Я им очень довольна. Он очень красивый, очень прекрасный. И буду работать теперь с более аппетитом. А пледик сегодня я не вязала. Но я думаю, это нормально, потому что... Надо джемперочек довязывать побыстрее. Он такой красивый, просто невозможно его не довязать. Ну, давайте, всем пока. Сегодня у нас более покороче такой выпуск, но что поделать. One, two. Go. One, two, three, go. Go. Say hi. Hi.
Да. Скажи, пошли.